Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Вот, так вот, оказывается, ребята, представьте, сколько лет эту песню поем, сколько мы ее знаем уже. Кстати, командир нашей части не любил эту песню за слова «мы за ценой не постоим». А в чем дело, оказывается? Все оказывается в припеве. Там на самом деле Акуджава вообще фильм снимался про штрафной дисциплинарный батальон. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Штрафной дисциплинарный батальон. Штрафной дисциплинарный батальон. И все сразу становится на свои места, понимаете? Почему и почтальон сойдет с ума, развестивая нас? Ведь был же порядок. Почтальоны заходили на самую линию фронта. Это были другие времена, это не пофигизм был. Просто после того, как они сходили в атаку, их оставалось-то всего единицы. Потому что половина лежала на нейтральной полосе, а вторую половину, которая жива осталась, но была ранена, ее сразу отправляли по месту предыдущей войны. Понимаете? Поэтому почтальон не знал, где этого человека искать. И все сразу становится на свои места. И вся эта песня, ее настрой, ее дух бешеный такой вот. Понимаете, это как крик «Ура!» вся песня вот такая. Вот. И вот тогда все. Штрафной дисциплинарный батальон. Оказывается, вот как все было на самом деле. И, видимо, они сняли фильм про штрафников, а потом сказали: «Не, ребята, извините, не пойдет». И они его сделали про десантника. Хотя, по большому счету, по-моему, разница небольшая.